общем, привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами поговорим опять же о нашей безопасности. Напомню я вам еще один раз, какие предметы для того, чтобы вас смогли найти, вы должны с собой взять, отправляясь в лес. Сегодня у нас очередные поиски, сегодня у нас потерялась бабушка, причем ушла она уже 6 дней назад. Вестей от нее нету никаких. Квадрат поиска тоже неизвестен, достаточно обширный квадрат поиска, потому что никого не предупредила, куда пошла, зачем пошла. Примерно представляют люди, что она пошла там за сбором колбы, черемши. И все, и больше никто ничего не знает. Мобильный телефон с собой не взяла. То есть, перво-наперво, если вы отправляетесь в лес, что нужно взять с собой? Самое первое нужно взять с собой, это мобильный телефон. В случае того, чтобы вы, если потеряетесь, то можно было сообщить каким-то аварийным оперативным службам реагирования, также сообщить своим родственникам. И уже тогда родственники смогут организовать какие-то поиски. Дальше. Обязательно, когда вы выходите в лес, даже если вы думаете, что заходите туда там на 15-20 метров, не больше, на 15-20 минут, ну, сообщите вы своим родственникам, что вот я иду туда-то, буду примерно там-то, и через час, через полтора, значит, как бы я должна вернуться. Если я не вернусь, ну, соответственно, уже будут приниматься какие-то меры для того, чтобы вас разыскать. Никто никогда не думает о том, что он потеряется. Вот 100% сколько поисков было, естественно, люди не думают, что они пришли в лес и потеряются, а теряются. И постоянно наша служба выезжает для того, чтобы искать этих потеряшек. Поэтому просто, чтобы всегда у вас в кармане лежал мобильный телефон, отправляетесь в лес, позвоните, предупредите, скажите, что буду заходить там-то, буду находиться столько-то времени. Если вы отправляетесь не один, если вас отправляется несколько человек, ну, держите какую-то визуальную связь, перекрикивайтесь в лесу, одевайте одежду на себя. Вот видите, на нас одета одежда какая, то есть она яркая, ее видно издалека, так, чтобы вас можно было видеть, в поле зрения держать. Вот и все. Вас заходите в лес, посмотрите, солнце с левой стороны или с правой стороны. То есть, соответственно, если вы будете продвигаться в сторону, значит, леса, когда вы будете уходить оттуда, то солнце должно находиться с противоположной стороны. И держите всегда мобильный телефон. Ну, я уже не буду говорить о таких вещах, там спичка, зажигалка, там еще какие-то вещи такие. Вот. Ну, хотя бы мобильный телефон, яркая одежда. Предупредите о том, где, что и как вы будете заходить. Всем удачи, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. Не пренебрегайте пассивными мерами безопасности, когда вы ходите в лес, в тайгу, тем более тайгу, сибирскую тайгу. И у вас все будет хорошо. Спасибо.